Всем привет, ребята! Ну что, мы сломали систему. В одном королевстве у нас находится два короля. Я не могу это объяснить, как это произошло. Я хотел побить варваров в потерянном королевстве, хотел передать на другой аккаунт корону, но она уже была на другом аккаунте. Я забылся, так сказать, бывает иногда, да? Но суть-то не в этом, как бы, да? То есть у нас корона находится на фермерском аккаунте, получается, да? Вот, висит значок. И то есть он управляет. Заметьте, вот тут у нас нету значка на основном аккаунте, вот с которого я пишу сейчас запись, да, то что здесь корона. Но когда мы перемещаемся в потерянное королевство, происходит очень интересная ситуация в плане того, то что у нас над городом значок короля. И тут тоже высвечивается король, но мы не можем управлять с этого аккаунта теми или иными действиями, получается, да, то есть подарки раздавать, титулы раздавать, то есть не получается. То есть вот, смотрите, да, то есть подарок дать нельзя, то есть какой-то баг в этом плане. И причем ко всему я перезаходил, как бы, да, из телефона и из компьютера, все равно это все остается, да. Скорее всего, наверное, оно пропадет, когда я уже выйду в другой альянс, да, но как бы факт остается тем, то что две короны на одном аккаунте. Одна с управлением, другая без. Получается такой баг. Возможно, у кого-то уже это было, а может быть и нет. Если у кого-то такое было, короли, если там видео увидят, напишут в комментариях, скажут об этом, да. То есть такие интересные моменты. Также у нас закончилось КВК. Мы его завершили, получается, да. То есть поражением. В принципе, по понятным причинам, если кому-то интересно, можно сделать по этому отдельное видео, да. То есть, скорее всего, звезду у нас тут забирает 2996, а остальные королевства, кто союзники у них, там 07 королевство, 92 и 06, забирают награды, получается, да. То есть максимальная награда, которая присутствует. На данный момент мы занимаемся вербовкой сейчас, получается. У нас уже есть те или иные мигранты в количестве там 15 игроков примерно, да. То есть, в принципе, это уже неплохое количество. Ну, мы не стремимся в какую-то категорию большую, получается, да. Там Б, А, мы, скорее всего, пока что в Цешке останемся. Сейчас будет у нас определенная чистка, получается. Ну и уже у нас, в принципе, фарм КВК начался, да. Фарм КВК. То есть, КВК не закончилось, а мы уже фармим следующему КВК. Ну, в принципе, ничего страшного. У нас будет больше времени на подготовку. Подготовиться к следующему КВК, там уже будет выбора побольше в плане того, то, что королевств будет больше, да, на регистрации и потом подбор, само собой. Ну и можем мы также пометить те королевства, которые нам не нужны в союзниках, как врагов, в принципе, да. Если кому-то интересна миграция в наше королевство, 2994, напишите там в Discord внизу, ссылочку мы оставим под этим видео, получается, и будем ждать. Еще услышимся. Всем пока-пока.